Ребята, это полное издевательство. Я думал, что я больше не буду, сука, этой ночью ролить под коллекционера. Но, блин, еще один аккаунт. Еще один аккаунт. У вас, конечно, эти видео выходят, скажем так, с промежутком раз в день, там, не знаю, раз в 2 дня. Но я это все сейчас записываю одной ночью, и сейчас я нахожусь на аккаунте своего подписчика, Сереги, платного подписчика, что самое главное. И тут на аккаунте больше 45 тысяч самоцветов, друзья. Да, вы видите 35 тысяч самов, но вы не думайте. Вы не думайте, вот у нас еще что есть, да? Опа, опа. И понимаете, после прошлых двух роллингов я боюсь представить, что здесь будет. Я даже не знаю, какие здесь герои есть, каких героев нету. Вертер, напиши мне. Да, Сергей, кто-нибудь мне напишите. Я уже понимаю, я уже ничего не понимаю, у меня свистит телефон. Не хватает командоры, бугимена, рогатки, бабки, Шура. Я не знаю, кто такая Шура, но ее, видать, здесь тоже не хватает. Седна, заклинательница, Афина, стрелок, круть, да хуя кого не хватает. Саша, Саша, хватит материться в видосах. Ютуб и так твои видео не показывает подписчикам, а они не хотят подписываться на твой телеграм-канал, там, где все уведомления работают и выходят видосы, и там можно вообще ничего не пропускать. Да, ребят, последнее время, я, понимаете, я не хочу быть как Камикадзе Дед, типа, блядь, ставьте лайки, проверяйте под выпусками свои лайки, там, потому что YouTube убивает наш канал, там, кремлеботы, там, вот это вот все, знаете. Но на самом деле мы уже ставили эксперименты, и с моим каналом сейчас полная жопа. Я не знаю, почему это все так глючит, просто реально бывает, выпускаешь видео, а оно тупо не набирает просмотры, и это видео видит, не знаю, там, процентов 10 моих подписчиков. И, к примеру, мы ставили эксперимент, я выпускаю видос, к примеру, тот же Халнубис, его не видит ни в фиде, даже когда заходит на мой канал, в вкладку видео, мое видео не видно. И ты такой выпускаешь видео и понимаешь, что просмотры не идут, за час там пришло 500 просмотров, ты понимаешь, что все. Сасамба, понимаете? Так, ну, я надеюсь, что на этом видео хотя бы не будет проблем. Я имею в виду, плевать там, сколько оно просмотров наберет, это дело такое, наживное. Я говорю про то, что мы здесь выбьем хотя бы недостающих героев и гребаных 15 слизней. Студенистых. Но они здесь тоже не выпадают. А у нас на минуточку гребаный коллекционер. А у нас гребаный коллекционер. И 15 слизней нам нужно каким-то образом выбить, понимаете, друзья? Что самое тупорылое и страшное. Дракос. Целая куча. Целая куча. Командоры нету. Буги нету. Рогатки, бабки. Седны, заклинательницы, Афины, стрелка, репита. Вы прикиньте, сколько героев нету. Вы просто себе представьте, сколько героев нету. И мы что-то, короче, как-то не можем их выбить. И что-то как-то не падает. А я говорю, не надо ролить в этого гребаного коллекционера. Нас обманывают, нами манипулируют. Мы выбиваем недостающего профессора Рибета, который, по сути, нахер-то не нужен, и фиг его знает, где использовать. Но мы выбиваем. Асуру выбили. Я не знаю, она типа нужна, не нужна, была тут Асура, не была. Но если она здесь была, и я все-таки не выбил недостающего героя, я не удивлюсь. Понимаете, я уже ничему не удивлюсь в этой жизни. В этой игре. Чему можно удивиться в этой игре? Понимаете? Один роллинг у тебя супер удачный, ты за 600 самоцветов выбиваешь Феникса. Ты просто разрываешь все. Выбиваешь целую кучу редких крутых героев, а на другом роллинге ты ничего не выбиваешь. И понимаешь, это казино. Это хуже 1xBet. Понимаете, это хуже казино 3 топора. Ты просто сходишь с ума. Ребята, вот вы часто задаете вопросы: Саша, почему ты такой неадекватный? Что с тобой, Саша?
Как ты живешь вообще? Да тебя невозможно смотреть, а вы парольте. Несколько миллионов самоцветов. Подписчикам, не себе, а подписчикам, чтобы это были разные. Да даже там не несколько миллионов, там десятки миллионов самоцветов. Сотни аккаунтов. Вот, через мои руки прошли. И ты поднемножку начинаешь сходить с ума из-за этого всего. Вот, потому что один роллинг тебе падает до хера, а другой роллинг тебе падает ни хера, понимаете? Повелитель бури. Повелитель бури выпал. Но он здесь был. Знаете, он здесь был, сука. Понимаете, он здесь был. Интересно, сколько утырков найдется в комментариях, которые скажут, что я прорекламировал казино 3 топора и 1 XBET. Вот. Я думаю, что их много будет. Есть такие люди. Но да, я прорекламировал, ребята, идите туда. Идите туда. Проябывайте свои деньги. Вот. Естественный отбор человечества должен работать. Вот. Кто-то идет, проябывает бабки в 1xBet, а кто-то другой катается на Мерседесе С-класса. Понимаете, это естественный отбор, друзья. То же самое касается и всевозможных казино. Понимаете? По-другому-то жить не... По-другому же, сука! И не может быть, леди Лео. Что там у нас еще? Ну? Что там у нас еще? И как там? И все! И ничего, понимаете? Вот такой вот, сука, роллинг! Вот такой вот, сука, роллинг! Просто, блядь, вот как про хуйню, блядь. И понимаете, я сейчас зайду в коллекционера и, как всегда, охренею. Я просто вот сейчас зайду и такой, типа, что? Как? Зачем? Почему? Ну, блядь, 8, сука, студенистых рыцарей. 8, блядь. 8 за почти 50 тысяч самоцветов, блядь. 8, сука, студенистых рыцарей. Вы, блядь, вы понимаете, что это такое? Это ж, блядь... Что... Вот как это объяснить? Серега, я не виноват. Это виноват Вертир. Это он просил, чтобы я паролил, понимаешь? Я чё? Я ничего. Я хотел уже пойти в CSGO играть. Вот. Но вспомнил про то, что я обещал зайти на ваш аккаунт. Проверить, заблочен он у меня, не заблочен. Понимаете, я ни в чем не виноват. Я честно, я хотел выбить. Я хотел много чего выбить, понимаешь? Но сука, не выбил. Я понимаешь, я шел к успеху. Я пытался познать инь и янь, но у меня не получилось. Меня роллинги под коллекционера сводят с ума. Не просите меня ролить под коллекционера. Понимаете, когда ты не выбиваешь недостающих героев, это одно. Это грустно, сука, это печально. Тебе приходится, сука, с фейспалмом отдавать аккаунт обратно хозяину. Тебе стыдно, блядь? Но когда ты... Помимо того, что не выбил недостающих героев, ты еще и, блядь, в коллекционере за 50 тысяч самоцветов не выбиваешь, блядь, студенистых рыцарей. Ну это вообще пиздец. Понимаешь? Ну это, блядь, вообще полный пиздец. А вот знаете, что это за карточки, а? Олды поймут, те, кто давно играет в битву замков. Некоторые пацаны их держат и не тратят, типа... Вот, хотя эти карты на самом деле беспонтовые, но вот их спецом, друзья, не открывают. Вот такая вот стена. Короче, ну, тут еще что-то мы получаем. Давайте возьмем это все, откроем. Это же, блядь,
Понимаешь, я такой, типа, бля, пацаны, возьмите, поставьте мне лайк. Потом думаю, а за что мне ставить лайк? Это же просто просранный, это просто просранный роллинг. Типа, ничего. Просто просран, просто, блядь, просранный роллинг, сука. Как это, блядь? Ладно, друзья, на этом все. Пожелаю вам огромнейшей удачи, большущей удачи Сереге. Я надеюсь, все он получит с бесплатки. Вот, по-другому быть и не может. Относитесь осторожней к коллекционеру, друзья. Всем пока.